Если бы не полицейская форма, то догадаться о том, что эта хрупкая женщина служит в правоохранительных органах, было бы не так просто. Чемпионка СССР и чемпионка Европы по пулевой стрельбе в прошлом. Сегодня старший инспектор по профподготовке УМВД России по городскому округу. Когда закончилась моя спортивная карьера, я пошла служить в погранвойска в аэропорту Шереметьево. На паспортном контроле все, наверное, кто летали, видели, что там сидят ребята и девчонки, которые проверяют загранпаспорта. В этой должности София проработала несколько лет. А после судьба дала ей шанс вернуться к любимому спорту. Правда, в чуть ином виде. Меня пригласили в ОВД «Химки» на должность как раз инспектора по профессиональной подготовке, что, в общем-то, связано было с моей предыдущей деятельностью. Поэтому вот здесь вот уже с 97 года я работаю инспектором профессиональной подготовки и обучаю наших сотрудников стрельбе из боевого оружия. Личный состав насчитывает более 600 человек. Все они минимум один раз в неделю приходят на занятия по стрелковому мастерству. Как у любого наставника и преподавателя, у Софии Навольневой свои методы обучения. Главное – пистолету не мешать. Как говорил мой первый тренер, не надо мешать оружию. Стреляют не оружие, стреляет в первую очередь голова. Вот как стрелок сделает все действия, технически выполнит их правильно, такой будет и результат. Впрочем, научить стрельбе, уверена София, можно абсолютно любого человека. Как говорится, было бы желание. Если вы ко мне придете и до этого вы ни разу не стреляли, первое, что я вас попрошу сделать, это поверить мне на слово вот от и до, на 100%. Если вы мне поверите, то у вас все получится. Потому что я скажу, как делать правильно. Если вы будете следовать инструкциям, то вы все сделаете так, как надо, и у вас все получится. Те, кто решил довериться и все сделал как надо, сегодня показывают не только хорошие профессиональные результаты, но и могут похвастаться большими спортивными успехами. У нас в составе очень много кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастера спорта международного класса по служебно-прикладным видам спорта. И проводятся чемпионаты Главного управления МВД России по Московской области, проводятся спартакиады Московской областной организации «Динамо», где наши сборные команды, вот сборная команда ОВД, принимают непосредственное участие. И, кстати, последние несколько лет мы не покидаем самую высокую ступень пьедестала. Сотрудники УМВД России по городскому округу Химки – лидеры в лыжных гонках, гиревом спорте, служебном биатлоне и, конечно, в стрельбе из боевого оружия. Естественно, результат в мишени. Чем больше десяток, тем выше результат, тем лучше я себя чувствую, радостнее, мне приятнее. Гордость, радость. Вы себе не представляете, это непередаваемые эмоции, когда команда подготовлена, команда выступает и потом поднимается на высшую ступень пьедестала. Им вручают кубки, грамоты, медали. Конечно, это то, о чем может мечтать тренер, инструктор, преподаватель. Но всего этого не было бы, уверена подполковник полиции София Навольнева, если бы не семья и ее поддержка. Без поддержки семьи никогда ни у кого ничего, наверное, не получится. Поддержка семьи, поддержка родных и близких – это самое главное, что должно быть в нашей жизни. Они меня поддерживают во всем. Это дает уверенность в себе и силы идти в новый день с оптимизмом, верой в себя и в то, что все задуманное непременно исполнится. Я считаю себя счастливым человеком, потому что я занимаюсь любимым делом. Меня поддерживает моя семья. У меня достаточно друзей, большой круг общения и большой круг интересов. Мне нравится все. Я считаю, что я счастлива.